И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Слик, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас пиццерия, ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Знаешь, что, Димончик, меня просили подписчики, ты не помнишь место, где они подходят к нам сюда? На каком расстоянии приблизительно они стоят? Подходят они вот здесь вот стоят. Сейчас, ребята, будем устраивать вакханалию аниматроникам. Они думали, что они смогут прийти нас убить? Нет, очень много подписчиков написало и расписало, как их можно уничтожить. Сейчас ставим эти лучи все. Ладно, Димон, не задень луч, а то мы все полетим на воздух и взорвем тут пол карты. Конечно, я загнал пол карты, всю карту. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, а Димончик здесь расставляю. Нифига себе. А, знаешь, почему, наверное, ты так делаешь? А вдруг он ближе, дальше подойдет, да, чуть-чуть? Ну. Я хотел тебе еще сказать, сделай с той стороны, но это глупо. Так, смотри теперь, как еще делают. Ну все, я думаю, пока так. Потом еще раз попробуем поэкспериментировать. А ты еще тут на всякий случай? Скажи только один вопрос. Как вы сюда переберетесь? А мы на В пролетим, дружище. Ну что, я включаю их. Вы готовы, пацанчики? Ой, не туда побежал. Ой, в туалет прибежал. Чтобы эффект был получше, Димас. Вот смотри, эффект, чтобы это... Во. Тут даже мы не пролетим. Все, ребята, включили. Кстати, я нажал ту кнопку, которую мы еще с тобой не нажимали. Мы обычно первую и вторую, а я нажал третью. Так, здесь, стоп. Аккуратно. Шик. А что они сработали? Это смешно. А ну все, я и включил. Димон, успеешь еще поставить хотя бы одну или две? Да-да-да. Ребята, я по-другому буду, намного. Ну давай, давай. Будем, ребята, смотреть, как Димончик устанавливает там. А, ты так хочешь? Чтобы никакой балунбэк нам не проник и не отключил нам фонарики. Может, Димон, еще можно поставить в вентиляциях по одной? У нас Димончик сегодня минер, профессионал. А как они сработали, если я далеко летел? Или я низко летел? Возможно. Ну, они, короче, так сделали, что там ни одна муха не пролетит. Надо было не сбоку стены пролетать, а выше прям вообще над головой. Ну, ничего страшного. Я думаю, ребята, что все получится. Ребята, Манго надвигается к нам. Тихо, не пугай нас, Слик. А как твое реальное имя? Кириллушка. О, пришел, заховай! А, открывай, открывай, заходи, заходи сюда, вовнутрь. Давай, давай, закрывай. Я сейчас подумаю. Димон, заходи! Фух. О, помнишь, мы Димону так делали, они не заходили? Сейчас, сейчас, сейчас. Ребята, я вспомнил. Это мы закроем, а дверь удалим. А Мангл все сидит и сидит там. Так будет хэпкорди. А Димон, Манго, а как он пропал, прошел? Манго пропал. А, ты теперь ставишь, где он стоял. Он где-то тут, да, стоял? Я хочу, чтобы это просто все сработало. Это будет просто бомба. Ну давай. Посмотрим. Я, если что, буду по камерам смотреть. Окей. Говорю, здесь даже муха не пролетит. Тихо, тихо, аккуратненько. Чики нету, чики нету. А где ты? А, ты по камерам смотришь, я же забыл. А ну давай посмотрим, что у нас тут. Ага, да, чики нету. Там Мангл вылазила, видел? Где, где? А, не, мне пока то картинка. Мангл вылазила. Марионетка. А вот чика. Ой, блин. На тебе Манглиха убила. Заходим вовнутрь. Заходим. Димончик, почему их лазеры твои не берут? Смотри, на воздухе как раз где лазеров нету. А смотри. Да нафиге. Они очень умные, ребята, мы даже не ожидали, что они будут так хитрить нас. Мы уже лазеры и там поставили, и там. А она все равно прицепилась. Не, я сейчас еще жестче сделаю. Сейчас даже Мангл не пролезет. Даже Мангл не пролезет. Мангл по-настоящему лазит по потолку и падает сверху на вас. Поэтому мне многие писали. Это уже такой знаток FNAF, но мне подписчики все подсказывают. Мангл в канализацию. Давай, ставь еще. Она в вентиляции! Справа, я не увидел ее. Вон она. Ребят, а где у нас дверь? А я ее удалил. Она нам не нужна. А зачем нам дверь? Нормальные пацаны входят без дверей. Без стука. А, ты ставишь, где они могут еще быть, да? Вон не могу. Тихо, где? Кто? Не пугай. Я уже боюсь. Тишина. Все спокойно. Аккуратно, смотрите, не задень. Мангл вернулся, Мангл вернулся. Мамочки. О, балунбой пришел. Балунбой, вентиляция и чика. Блин, наши лазеры не сработали. Так, надо что-то еще придумать. Может, вентиляцию заложить? Что тут думает, он какашками кидаться.
Какашками? Мама! Я выжил, мама! Я испугался, я не ожидал, честно, она чуть-чуть же высунул там нос свой. Ребята, я выжил. Ой-ой-ой! Класс! Вот это жахнуло, мне нравится. Зато Тимка долетел. Я понял, где они спавнятся, я просто сейчас примерно... Давай, мы будем чекать, я по камерам давай посмотрю, кто там кто. Кто там кто? Во, Мангл. Смотрела на нас прям в камеру. Прям в нашу душу. Плохо нельзя тулганом стрельнуть, да, они бы перелипали сразу. Смотри, кто в вентиляции. Смотри. Димон, заходи. Дима, Тима, быстрее. Сейчас быстрее, ты убьешь. Дима. Ой, убьешь. Ты сейчас умрешь. Нет, Тима. Нет. И кинул на пол на всякий случай. Димка разошелся сегодня вообще. Решил взорвать тут все. Я еще и в канализацию. Ой, в вентиляцию. Канализацию? Так они ж не взорвутся, если по ним ходить. Толку. Так я могу сам их. Чика, чика, чика. Уходи, уходи, уходи. Подожди, она на лазерах стоит? Блин, она не на лазерах. Это ты взорвал их? Да. Я думал, это она их зацепила. Чего я ничего не берет? Ты об стенку ударилась. Мне кажется, я вообще ничего не беру. Да, значит, ее нельзя убить. Ну, может, а можно и было. Для того, чтобы узнать, надо проверить. На тебе двойную дозу. Нет, тройную. А какой кнопкой ты их взрываешь? Левой кидаю, правой взрываю. Может, черная дыра прям какая-то. Ничего ее не берет. А у нас есть оружие черная дыра? Че она так долго Чика стоит? Не хочет уходить. Вообще не хочет. Ой, я свет забыл. Ой, убрал, точнее. Чика, уходи, ты сильно долго стоишь. Все, уходим. Ой, выходим. Очень долго. Кто первый? Выходим. Я первый. А все троем начинаем идти. Так, никого нет. Что, прогуляемся по пятерне или камерам, засали? Это кто? Смотри, смотри, силуэт какой. На камере. Тима. А, так это Бонька. Я пойду прогуляюсь. Ё-моё! Блин, я испугался! Видишь, как она резко появилась? О, Спайдермен с гитарой. Это что-то новенькое. Мангл, мангл, мангл. Она ушла. Во! Так я же Спайдермен. Блин, с музычкой. Че, пошлите вовнутрь туда. Я уже 100 лет там не был. Сколько мы уже здесь с Димоном не играли? Давайте хоть поспоминаем. Может, разработчики что-то добавили? Или убавили? Смотрите, кто тут! Смотрите! Я по камерам вижу, по камерам. Давай, Димон, ты первый пройдешь. Я смогу на спайдермоне мимо них пролететь. А, ну давай. Не получилось. За кладовки-то летел. Не знаю, когда кто-то умирает от аниматроников, меня это так радует. Ой. Да, нормально и так. Пробежал, я тоже пробежал. Его Мангл убила просто. Балун бой, красавчик, вообще стоит. Подождите. О, смотри, кто там, Димон. Опа. Марионетка. Не меня, марионетка не пугай. Вышла. Не пугай, не пугай меня. Марионетки нету. Она сейчас пойдет туда, к нам. Она звенит тут. Я в коробке. Да, я тоже к тебе. Помните человечков этих? Люштрап? Нет, нет, нет. Которые маленькие, которые еще под стол могут даже прилезать. Ага. Слышишь, звук? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, в рассыпную все текают. Испугались, да? Я даже испугался, Фредди, если честно. Фредди тут. Ой-ой-ой, они всю пиццерию заполонили с собой. Вон, ушел, 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 ушел. Я возвращаемся на рабочее место свое и забегаем в коптерку. Покемон, фух, я тут чувствую себя намного спокойнее. А что не заходится? Может там... А, тут, наверное, дверь закрылась справа, да, и зайти нельзя, видишь? Да. Когда дверь закрывается, нельзя проходить. Слышишь, кто-то идет сюда. Да, я буду смотреть, появится кто-то здесь или нет. А посмотрите по камере. А Мангл, 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 вентиляция справа. Забегаем, срочно. Дима, ты где? Мы тебя ждем. Смотрите, слева вентиляция лезет, смотрите, слева! Вижу, вижу. Да это я. Ты лучше не заходи в эти двери, а то они... О, я там где туалет. Я, кстати, тут вообще туалеты не рассматриваю. Это самая важная часть на этой карте. О, туалет. О, смотри, плюш-трап. Здрасте. Пойдем с нами. Может, еще какие-то пасхалочки есть? Давайте посмотрим. Пойдем его отведем к нам. Пускаем нас. О, получается мужское и женское. Может, тут тоже что-то есть, кто-то сидит в хате? Ой, я нашел простол, блядь.
На этой карте даже можно, кстати, в прятки по гаммам играть. Ребята, если хотите, напишите в комментариях, хотите мы здесь играем в прятки. Или напишите другую пиццерию. С удовольствием. На сцене только Чика. А вот Фредди, около Баллонбоя. А, сюда нельзя попасть. Ребят, Фредди около Баллонбоя. Вижу. Он ему песни поет по микрофону. Пули сквозь него, да, пролетают? Ну да. Получается, он как бы не существует. А вот это металлический черт. Ой. Опять дверь. Закрываются двери рандомно. Я помню, что зашел сюда и закрылся там внутри. Бонни. Да не бойся, он тебе ничего не сделает. Я с ним дружу, он хороший аниматроник. Макдол и Бонни, Баллонбой. Да вся тут компания почти собрала. А мы с Димоном здесь шкеримся. Ты играй там, играй. Да у тебя Мангл всего, что ты боишься? Ага, и Баллонбой тут у меня еще. Проходи к нам сюда, иди. Ага. Да проходи. Давай. А я сейчас пройду и так туда, смотри. Не, только не через вентиляцию. А не, я так боюсь. Она мне убьет 100%. Вот о чем мне сейчас. Мне как пройти? Ну а ты попробуй. Он дверка открыта по-любому. Да, все. Так она сейчас тебя убьет, будешь стоять. Чика, Мангл. Сизлик, ты сейчас умрешь. Я ухожу от вас. Я через вентиляцию, Димон, пролез. И смотрит своими глазищами вонючими. На, лови греночку. Я такой не берет. Нет, чуть-чуть дальше. Эту вентиляцию тоже лучше посмотреть. Не, через правую вентиляцию, если от тебя смотреть. Я просто боюсь, если я зайду просто в эту вентиляцию... Ребят, а кто... Захлопнется. Ребят, а кто Golden Freddy плюшево поставил в вентиляцию? Это Димка. Я? Ты его не ставил? Нет, я его в коридоре оставил и ушел. А он перемещается, значит, сам по карте, потому что он в вентиляции слева, Димон, сидит. О, смотри, он нас не напугает? Нет. Не знаю, я, кстати, не видел скримера от этого аниматроника манюсенького. Хотя тут, наверное, даже не аниматроника, а маленький мишка какой-то. Он прикольный просто. А может, думаете, ты на кнопку нажал? Там? Я не хочу рисковать. А чё он так долго стоит? А, может, свет включить надо? Она уйдет? Я хочу посмотреть, как он перемещается, реально хочу. Ребят, все двери почти что закрылись, кроме одного. Ну это вторая ночь, так понимаю. Димон, ему не нравится, что ты его переносишь, поэтому он тпхается сразу. Давай тут поставим его. Ну пускай здесь, да. Да, давай. Все точно, надеюсь, его кто-то трогать не будет, и мы будем смотреть. Я за тобой наблюдаю. Я застрял, ребята. Ты в двери? Я застрял в комнате, а дверь закрылась. Ну ничего, а ты где, слева или справа? А я вижу твой фонарик. Я вижу твой фонарик. И понравилось мне. Она тебя любит. Очень. Смотри, ручка в воздухе осталась висеть. О, а вот что, Чику нашли? Да, она меня закрыла в комнате. Смотри, она кекс держит. Димон, это что-то новенькое, ты заметил? Я не ту кнопку нажал, они по-другому все ведут. Голден Фредди в правой части. Что за звук? Красивая Чика. Какие-то зубы у нее красивые. Идем, Спайдермен. Ой, смотри, какой он хитрый. Он закрыл вентиляцию и сидит там такой вот сухой. Попробуйте, достаньте его. Че, не достается, что ли? Нет, он закрыл вентиляцию и сидит там смеется. Это значит, а че Димон может брать? Так потому что вы его что, брать не можете, что ли? Нифига себе. Маг настоящий. А че нас не убивает она? Нажмите на кнопку сюда. Я не хочу рисковать, чтобы... Да что это за звук такой постоянный? Это ты паутина, да, так шмякает? Давай сюда. На тебе! Не, ну я видел, как он перемещается. Да я верю тебе. Вот он исчез, я видел, ребята. Слышите? Да. Это марионетка. Я люблю этот звук. Ребята, если вы любите тоже этот звук, ставьте лайкосик. Давай, Витя, а ну-ка. Давай. Нашу любимую. Только заходи в пиццерию, чтобы было прикольно. И... Давай, а я иду на работу. Блин, я об ступеньки ударился. Давай заново, фигня все. За это нам денег никто не даст. Миша, все фигня. Давай. Иду на работу в пиццерию. Буду работать и детей пугать. Радость доставлять, кого-то убивать.
Ребята, ставим лайкосик, если вам нравится эта песня, как и нам. Ну что, пошлите, короче, в подземелье. Виктор, ну, давай, короче, а, ты ж пока добрый. Да, мы ж не знаем, что у нас да, больше. Да, я добрый. Короче, незапланированный сценарий. Этот с копьем бегает, вообще псих. А зачем тебе это копье? Так, знаете, куда идем? Идемте сюда. А, нет, стойте, там еще был подвал. Ну ладно, идемте сюда сходим. Экс. Так. О, кстати, телепортирование еще мягче сделал. Красавчик. Немас, помнишь нычку? Да, я помню, Идемте ее найдем. Ой, подождите. Витя-то про нее не знает. Узнаю, как. Включите режим не это. Да все нормально, не ссы, я так 100 раз сделал. Эть, не здесь. Эть, не здесь. А где? Вот подожди. Здесь, Димас, стой. Здесь. Димас, вот здесь вот. Давай, идем. Во, да, вот здесь вот. О, Витя, давай, найди нас. Только без полета и без всякого говна. Виктор, ну что, нашел? Тихо, он нас найдет. Давай ему подсказку дадим, Виктор, мы здесь под землей, там где лабиринты. Землей, где лабиринты. А, он не знает FNAF 6, что ли? Да, он с нами не записывал. О, ребята, бейте его. Бейте его. Дизлайки ставьте под его канал. Димас, а у тебя что за оружие? Норм. Я вас найду. Я одно подземелье уже нашел. Виктор, а ты записываешь сейчас? Да. А, кстати, да. Можете потом посмотреть от лица аниматроника на Виктора Кошаке канале. Ссылочка внизу. Мы уже сидим на готове все, ребята. Все с пушками сидят. Этот вообще миниган взял мощнецкий. Так я тоже взял мощнецкий. Наверх посмотри. Ого, мужики, давайте я тоже возьму, наверное. Я нашел еще что-то похожее. На эти теперь мы втроем. Воу. Написано, что 44, но на самом деле, походу, 440. Кто, как, с кем? А когда? Кто? Это мои друзья, это не я. Он где-то здесь! Мочи, он где-то здесь! Короче, я разозлился, но толку от этого никакого. Ну, было весело. Все, выходим, потому что этот секунд нарывается на неприятности. Мочи его! Так, да, не, давай будем по-честному. На расстоянии нельзя убивать, только подползай. Хорошо. Ну, по сути, они же не могут на расстоянии, да, убивать? Ребят, напишите, да. Ну, по правилам, как? Аниматроник должен впритык подойти. Зато я вас нашел. Вот он. О, уходи, давай его на улицу выманивай, этого кабана толстожопого. А ну, давай. Гасите! Мы должны хоть одного убить! Мочите его! А патроны кончились, стоп. Блин, он быстро ползает и громко. Давай, иди сюда, мужик! Я не хочу! Ты мне не нравишься! Ой, кто-то ему жопу взрывает! Да не меня же! Ну чё? О, Серега, давай метеоритный дождь! Или в конце? Давай в конце. Хотя я его так и не видел, метеоритный дождь. Серега, ни разу в действии сейчас. Не видел. Отходи, Димас. Отхожу. Ай, блин. Виктор, возьми снова аниматроника. Сейчас, секунду. Отойдите от Виктора, сзади его. Все, отошел. Ну, свет за вами. Ой. Вся стихия против. На, это метеоритный дождь, ребята. Вот как он смог. Все? Я не возьмешь. А, я думал, будет пожестче. Отходи назад, Димас. Воу. Круто! А чё его не убило? Виктор, у тебя что, бессмертие включено? Да нет, у меня просто много хп. Как тебе метеоритный прям по металлу по жопе бьют? Ты должен был сдохнуть. На то я и железный, чтобы меня не убивали. Вик, всё, хорош, ребята! Вы уж убиваете не его, а нас. Хорош! Блин, классное оружие! Ребята, следующую серию, если вы хотите, чтобы мы затестили метеоритное оружие, ставьте лайкосик или пишите «Мы хотим». И мы сделаем, короче, поставим много-много NPC-аниматроников, будем его тестить. Ну и админский пистолет тоже. Так, иди сюда, секунд. Минус один. Вот, это, кстати, его убьет хорошо. Тимас, отходи. Петляем. Засрали его, пом. Его ничего не берет. Так а газ его не должен же брать, он уже не дышит, толку. Или он ржавеет? Ай, ржавеет. Это ржавеет. Давай ржавей быстрее, стакан металлический. Бляшка. От ремня. Это не мат. Бляшка от ремня. А ты чё вверх ногами?
Это незаконно! Нарушаешь законы физики, говно такое. Ах ты, негодяй! Блин, ты вынуждаешь меня взять плохо тебе сделать. Извини, вырвалась просто. Ну ладно, все, не буду его больше брать. Просто очень хотелось оторваться от тебя. Блин, он взял эту Мари... А, я же ее убил, бэйби. Так она быстрая, а как мы от нее будем убегать? Так, ребята, я побежал, я вспомнил, мне надо кое-куда. Ой, зато я смогу его видеть, он меня не будет видеть. Так, Виктор, я сзади дома тебя жду, иди сюда, на стрелку тебя вызываю. За гаражами. Все, ты прошел уже мимо, возвращайся. Проби. Убери. Ой. Ты где? Круто, круто, нычка. Офигеть, он не видит меня. Как ты туда? Сдохни, 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 сдохни. Не залазь сюда. Блин, патроны кончились. Я тебя буду ножичком. Блин, не успел. Классно, да, нычка? Кошак, обернись. Это был пистолет, да, вот этот козырный? Да. Я живу. Я тоже хочу его взять. Это дают. Класс, я тоже стрельнул. А у меня розовым цветом, Серега, у тебя желтым. Как хочу. Так. Она нифига не дамажит оружие. Она дамажит, надо, чтобы цель стояла, ну, в центре. Тут столы все перевернутые, норм. Дима, смотри, радуги зависли. Я знаю, что. О, будет. Так это прикольно. Че, оставим или нет? Это маяки. Майнкрафт. Отвали от меня! Отвали от меня! Не бегай, не бегай, не бегай, я хороший. Во, да, минус. Ого, один. Тут багается все в здании, это жесть. А что все дергается в здании? Давайте обнулим карту. О. Пошли прятаться. И Виктор стал нормальным, наверное, да? Он всех мочит? Их помочил. А я живой, я живой. Я знаю, где это сейчас. Серега, Серега, пошли за мной. Отойди, я сейчас Виктора, мне пофиг, я убью Виктора даже. Серега, а Quake 4 оружие ты тестил? Да, тестил. Блин, надо умереть, потому что у меня этот, не видно оружие, такой уже баг был, я помню, давно. Виктор, ты меня вынуждаешь это сделать. А что они то делают? Нет, только не бери это оружие. Ребята, новый пак оружия, я его не использую, ну что это за человеческие дела? А, это черное очко, я вспомнил. Черное очко. Иди сюда. Все. Дима, а, блин, а так ты рядом был, ты далеко был. Ой, далеко рядом. Блин, ты очко летающее, отойдите, а я пущу туда очко, проход. Летающее очко. А ты что, сзади подошел? Да, я стоял, ждал, пока ты это закончишь. Вот ты, зараза, а. Молодец. Сейчас, ребят, немножко вас кадры вылетят, но это бывает. Воу, Серега, аж молодец. Ребята, мы разошлись. О, как Виктора отбросил эта штука. Воу, круто. Я мансую от Виктора. Как бог. Сам себя убивает. А мне пофиг, я киборг. Я тупо киборг. Вот это оружие имбовое. Отойди, отойди! Блин, это хорошо тебя гасил и Серегу. Мне так понравилось. А я с гвоздомот лагаю. А, это оружие из-за моего нара, которое я юзаю. Вот это я вас... О, электричество! Я помню это! Отойди! Оно сильно хоть дамажит или нет? Достаточно сильно, да, оно прям... Давайте убирать. Давай его, электрически! Это, охотники за привидения. Серега, садись. Да не, там не такая музыка. Ты еще похоронный марш твой тут. Давай, иди сюда, Scrap Baby. А как, подожди, получается ты что, Scrap Baby это как ее, призрак? Или как это называть правильно?
Вот я уже, короче, видел огнестрельное оружие. Бля, а сколько у тебя тысяч жизней? 5000, сколько? А сколько... Блин, мне кажется, я прикольно умираю. Я ставлю лайки, умираю. А, эту анимацию я сам делал при смерти. Там есть такие настройки. Иди сюда. Это кислота? Нет. Лазер. Вот это сейчас было близко, что ж ты там. Блин, у меня лазер крутой есть. Минус один. Вот это ты тут на броневике. Неплохо, он тебя с РБ с этого валит. Как эта техника называется? Я его разнес. Это БТР. Аниматроник поломал броневик? Второй раз. Пожалуйста. А ну стой. Я хочу проверить, это убьет тебя лазер с одного раза или нет? А что там такое все слабое оружие здесь? Он всего лишь по 40. О, я помню это оружие. Шар такой огненный. В Unreal еще такое оружие есть. Говно? Говно. Блин, хотя посмотри, блин, ну ты сильно имбовый. Тебе нереально убить. 26 киллов на вас. Давай я только ходить теперь буду. Давай, а мы тебя будем... Давай хоть убьем тебя уже или что? Димас, к тебе идет. Так, я взял метеоритный дождь, я буду мстить. Правая кнопка мыши лучше нажимай. Правая кнопка мыши. Воу! Блин, это красное оружие! Убили. Убили, говно. Давай еще, я хочу еще так пострелять. Будешь у нас мишенью, мы потестим оружие это. Погнали. Воу, это на левую кнопку мыши я нажал, да? На левую ты вызываешь большой метеоритный дождь. Он очень... Я хочу большой чуть-чуть. А он долго будет так мочить нас? Да. Вот, блин, нафига я это сделал? О, господи! О-хо-хо-хо-хо! Дурачки. Вообще лихо. А мне нравится. Давай, мочи, а я пойду в здание посижу. Кофе попью. Карта дрожит. Здание не убивает. Блин, нафига я нажал? Я же в здание зайти не могу. Блин, классно оружие. На! Да, блин. Чебас опять. Воу, я не стрелял большой дождь. А я иду до Димаса. Са убивать, разнесу, метеоритом в голову получать. Ой, метка. То отвали. Все ближе и ближе подхожу. Тебе везет, что там дерево, оно не попадает по тебе. А че меня убил мой метеорит? Сам себя убиваешь. Так, надо Виктора добивать уже, что это за дела? Так убивали сколько раз. Хорошо, я знаю, что надо сделать, у меня есть хорошая идея. Виктор, последнее слово твое. Я не сдамся никому никогда. Да, блин. Да ну не очкуйте, я так 100 раз сделал. Вот это дамажит. Красиво. Все. Зато тепло, как смотрите. Нажимай кнопку страха, да? Да. И ой, я рестарт найт нажал. А может так и надо было? А, вроде да. Отличненько. Ой. Сейчас начнется ярунька все. Ну, так, поехали. Да, начинаем все. Так, это... Нажимай этого челика. Можем сразу стоп-саунд прописать, потому что он будет сейчас холоукать, молоукать. Давай. Смотрите, кстати, покажу наши скины, потому что многие говорят, что я не показываю скины, а вот возьму и покажу. Ой, кнопку забыл замбедить. ТП. Переустановил Гаррис мод. У кого ребяток лагает Гаррис мод, советую переустанавливать его регулярно. Смотрите, я играю за Балди, а Ярик играет за Бенди. Поэтому мы кто, Ярик, с тобой? Крутые команда. Чуваки. Да. Так, ну что, пошли изучим, может? Блин, гром такой страшный на улице. Пошли прогуляемся, они еще нападать сразу не будут. Пошли. Если не боишься. Или боишься? Не боюсь. Пошли. У тебя Ярик не майорок, ничего нету, все четко? Все четко. О, Бонни, здравствуйте, как у вас дела? Аниматроник. Музыка веселая играет, наша любимая. Играла. Вот, вот эти, они устали, Ярик, немножко. Они просто спят, думают, эх, скоро на... А что случилось? Ты килл про... Ярик килл прописал вместо стоп-саунд, я понял. Ярик, мы с тобой одинаковые, тоже чуть килл не нажал. Я папа и сын, сразу видно. Да, будем, ребята, стараться с Яриком теперь часто записывать. Ярика не было настроения, ну и компьютер не позволял. Теперь у него мощный компьютер. И есть хорошее настроение и желание записывать со мной. Так что, если вы хотите, чтобы мы с Яриком чаще записывали,
пишите, мы хотим, или ставьте плюсики. Мы будем знать, что Ярик — это тот человек, которого вы хотите видеть вместе со мной. Идем в туалет и сходим. Не хочешь, Ярик, в туалет? Я не кил прописал, я просто чуть-чуть уныл. Бывает, приуныл, подустал чуть-чуть. Это норма. Так, что у нас тут? Все тихо. Блин, ну там молния на улице, она немножко напрягает меня. Ну, что ты хотел? Дождь сегодня. Я помню, мы с Димоном записывали, эта картина была черная. Ярик, иди сюда, я тебе кое-что покажу. Смотри, что здесь. А разобранные аниматроники? Да. Вот что, Ярик, означает приуныл, когда твои запчасти валяются по всей комнате. Так, пошли уже, наверное, в нашу богадельню. Ярик, 2 часа ночи, уже скоро середина ночи. Мы должны затащить по-любому. Этот, короче, баб, я сейчас тут одно окно съем, ничего. Не ешь. А, ты все съел, ты и тут съел окна. Ах ты, обжора. О, давай посмотрим, что там. Блин, меня не пускают. Ходил посмотреть. Давайте пролетим, покажу. Там просто двери немного. О, Ярик, я гуляю на улице, а я иду на работу в пиццерию. Тут закрыто все. Иди ко мне, давай походим здесь, погуляем. Как тебе, нормально на уличке? Смотри, пап, лунная походка. Да нет, тут анимация нормально сделана, не лагает. Смотри, ух, пап, у меня лунная походка. Ну, такое себе. Ну, пусть будет лунная походка. Ярик, я пожелал приятного аппетита? Да. О, это главное, потому что многие смотрят мои ролики и кушают. Желаю вам дождь из печенек, шоколадного или молочного, которое вы любите. Во, вижу, ты такой блестящий, крутой мужик. На тебе. Да, Ярик, у меня в голове такая крутится фраза: Бенди, деловой мужик. Марионетка, открывай. Выходи гулять. Марионетка, выходи с нами гулять. Выходи гулять. О, Ярик, я и гранату давай заброшу. Давай, а ну отойди, тоже. Отойди. На, блин, я промахнулся. А ну я попробую попасть. Блин, да что такое? А ты прям на коробку вставай. Не, я хочу на весиком попасть. Блин, что-то не получается. А ну вот так вот. О, правая кнопка мыши. А что-то криво. Понял. Так, я почекаю, что здесь. Потому что я боюсь, что мы пропустим. И сольемся, а заново не хочется начинать. Ой, тут Чика уже стоит посреди. Где? Посреди комнаты прям. Чик, а подойди к ней близко, она тебя убьет. Ха-ха, сквозь нее пролетает базука. Ну подходи. Боишься? Боишься Чику, да? Сейчас я ее съем. Давай. Япони съел в итоге. На! Ярика съел! Вставай! Валера, Бенди, вставай! У меня все Валеры. Ну вставай! Ой, я тебя, Ярик, буду сейчас нести на Е. Давай, неси домой. Блин, не получается. Ну, давай, знаешь, как попробую физганом тебя. Пошли работать, смотри. Лентяй тут разлегся. Спать пошли. Ой, работать. А там души плачущие. О, слышишь? Фокси поет. Папа, Бенди. Ой, Бенди. Бенди поет Фокси. Папа, тут когда ты меня нос, ты видел, тут были такие серые штучки, да? Да. Это плачущие души. Тут было только что написано Юка. О, Ярик! О, исчез, а где он? Ребята, вы видели? Вот он! Ярик, смотри, кто к нам пришел! Он исчез! Первая ночь пройдена! Это было настолько просто! О, кстати, есть идея, ребята, если поставить много лайков, в следующей серии мы попробуем пройти 6-ю и 7-ю ночь, самые жесткие. Началась вторая ночь. Все, сейчас они будут нападать, мы должны нормально нажимать кнопки, давай. Ребята, смотрите, как... А ну, закрывай. А ну, положи меня ровно на двери и закрой. А ну, давай так. Мясорубка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, живот. А ты прозрачный, ты дверь проходишь. Блин, так прикольно, я разлегся. Я пойду марионетку. О, тут мангул сидит. О, я вижу тебя. О, я еще подарки нашел. О, Ярик, пришел ко мне Бонни. Живи, я сейчас приду к тебе. Той Бонни, Ярик, ушел. Ярик, иди помогай. Уже начинается нападение на нас. А он пришел обратно, типа этот. Обиделся, что ли? Устал, наверное. Блин, жесть. Откройте! Ярик, ну открой! Взял, закрылся. Очень спокойно в пиццерии.
и никого нет. Так, я пойду на кухню посмотреть, что тут осталось покушать. А там Бонни и Фредди нет. Там этот, слышал? Этот, типа смех такой. Ярик, давай, берем по тарелке, пошли в нашу пиццерию. Бери тоже тарелку. Сейчас будем уже вечерить. Пошли. Да, я сейчас покушаю. А, и тарелка мне по голове дала на 5 хп. Так, я ставлю свою тарелку сюда. Ну тарелка, ну не падай. Короче, я буду с полу будем есть. Так, ща, я найду еду тут, если она есть. Сейчас, а ну вот сюда может можно положить? О, только что-то перевернул. А где твоя тарелка, я не вижу. А я ее разбила. Понял, бывает. Будем с одной кушать. Нет, смотри. Во, стол нормальный. Во. Ой, очень хрупкий стол оказался. Сейчас поставлю прочный, это прочный стол, ты его не сломаешь. Смотри, прочный стол. Там кто-то стоит в главной сцене, а ну дай посмотрю. Ой, не пускай здесь. Может по скриптам аниматроник типа подходит? Ярик, иди посмотри, кто здесь. Я его на камере увидел. Ай, блин, так я ж далеко был, та же самая ситуация, как и давно. 10 тысяч километров, а он меня убивает, ну что за наглец. Ой, я нашел наш стул. Так, посмотрю. Ярик, есть еще тарелка, неси. Стол уже ты поставил. Будем стой, тут Чика стоит в проходе, я не могу. Тарелка пройти, исчезла, ладно, пойду через другой проход. Ай! Ой. Пап, там в том проходе Чика стоит. О, сейчас я стул поставлю, подожди. Посидим нормально, покушаем. Так, я тут сейчас пройдусь, посмотрю еще разок. Зубы светятся прикольно. Опа, включилась музыка. Баллон-бой! Ярик, я не смогу пройти к тебе. Баллон-бой, закрывай двери, сынок. Ах ты, блин! Сзади меня подошел Ярик Фредди. О, баллон-бой ушел. Открываем. Отличненько. Нажимай! Фух, ребята, мы вдвоем с Яриком успели. Да что этот фиолетовый челик от нас хочет? Он машет нам головой. А, может он увидел, что мы будем кушать и пришел. А у нас котлетки вкусненькие, пахнут. Аниматроники, наверное, кушали. Я же слюну глотаю. Где твоя тарелка? Аниматроник забрал, пока мы отвернулись и съел все. Обжора. Ну, Боня, ну хочет уже махать головой, нет. Кто-то пришел, Ярик, закрывай. А я две двери закрыл. О, давайте, ребята, проверим, убьет меня баллон-бой или нет. А, он добрый. Он добрый. А попробуйте фонарик включить. Включается. А давай я открою дверь, он же добрый. Ярик, закрывай. А че такой быстрый пришел Фредди? Чика. А закрывай. А. Блин, Ярик, ну что ж ты не закрыл? А ты в офисе был, а я был не в офисе, у меня только... Я был не в офисе тоже. Ладно, проходим. Нет. Дальше. Сюжетка не сбросится, мы можем дальше проходить. Поэтому по-любому должны пройти Фредди, эту ночь. Ты что нам в камеру смотришь? Смотри. Я думал, он fucking shit показывает, не? А я пошел к нему и сейчас буду сзади. А ну давай, я посмотрю. О, я вижу. Побей его монтировкой по спине. Ты че? О, я вижу, искры идут. А я его сейчас съем. Можно? Не надо. А ну попробуй. Удалиться. Что? Аниматроники, вы что? Ой, ты! Теперь я буду в камеру. Ярик пришел! Я успел! Папа, посмотри в камеру, которую с Фредди смотрел. Смотрю. Ты какую-то пипиську показываешь, Ярик. О, Ярик, тут Бонни тебе гитару принес, не хочешь забрать? О, давай, сейчас. Иди забирай. Так, иди. Бонни, а ну, гитару, а, я могу его только... А он тебя не убьет, попробуй пробежать, он не убьет тебя. Да я уже, ладно. Убил. Ребята, мы прошли вторую ночь. Тул моим хейтерам. Садись на стульчик, посиди. И жопа сгорит сразу. Аппетита. Слышите смех этот? Блин, классные звуки. Это же этот. О, я камеры переключил. Как-то. О, удачи тебе, Дим. Во, мы теперь видим проход, ребята. Чекаем проход. Смотрим внимательно. Сейчас будет нам жопень. Тем более, я знаю Димона, он хитрый. Он сейчас как... Закройся!
Мочи его! Опа! О, кружал. Камера работает? Работает. Чекаем, чекаем. Мы с Артемом спрятались, все. Засали, да? Один я буду тащить сейчас тут. Ого. Как ты красиво залез. Блин, эти звуки, они очень страшны. Стоит, ребята, смотрите, он стоит. Фредди бегает, 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 смотрит. Так, прыгает. Жопу нам пока... А, нет, просто развернулся. Смотрит в камеру, смотрите, ребята. Зубы у него страшные. О, побежал. Куда он бежит? Сюда бежит? Нету, нету его. Где он? Ах тышка! Его не видел на камерах. Он через вентиляцию пролез или как? Я про левую вентиляцию чекал, его там не было. Понял, он справа, значит, подошел. Смотрим камеры дальше. А че он темненький? Я не знаю, потому что там нету освещения, наверное. Идет, идет, идет! Это твист, это аниматроник, смотрите, жопа там здоровая. Ходит, ходит, заглядывает. Так, пошел, пошел. Блин, он так нравится мне. Идем не посмотрим на него, если что, убежим. Он медленный, а мы быстро бегаем. Где он? Ого, че там? Я его не вижу. Он может невидимым вставать, ребят? Не знаю. Бежи, Димка, бежи! Так, я запрятался от него. Я запрятался. Слышите, поет? Давайте я громче игру сделаю, подождите. Она уже идет, я успею громкость добавить. Ой, идет, идет. На! Балди пошел опять. Балди, видно, ему мало. Опять идут. Балди, ты че, самоубийца, что ли? Опять пошел, ну смотри, псих какой. Димас, давай рискнем. Я с монтировкой, сейчас ее попробую залупить. А, вот он! А нет, фух, я испугался, это Мишка маленький. Че, Дим, рискнем? Бьем монтировкой сразу, поняли, когда видите аниматроника, лупим всех. А я камерой забью его. Помню, как мы Мишкой забагали карту, когда вылетел Гаррис Мод. Нет, я передумал бить монтировкой, убегайте! Он очень большой. Димон, видно, очень быстрый волчара. Классный скример, он... мне понравился. Так, а, Скрабэби, бежите! Бежим. Я запрятался. Она меня не найдет. Не открывай дверь, не открывай дверь. Не посмеешь. Где она? Я не вижу. А, привет. А, привет. Я боюсь ее. Димон просто может с любой стороны напасть, понимаете? Тут все не просто так. Калитка не закрылась. Ребята, кстати, Димон Покемон тоже снимает ролик, и от лица аниматроников можете увидеть на его канале. Так что будет весело. Не-не-не, не трогай Мишку. Уа! Так, лупи, 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 я тоже захожу. А что-то дохлый Бенди. Бенди, ты что, устал? Да. Ну просыпайся. Да, все валяются тут, короче. Диван всех поусыплял. Там кто-то ходит. Я вижу вдалеке. Блин, у меня мурашки по телу от такого жуткого смеха. Интересно, какой аниматроник такой смех издает? Страшный. Умирает и умирает, а я живой. Может, он невидимый где-то здесь? Нету. И здесь нету. И здесь нету. О, Чика здесь маленькая. Малюсенькая. Велипиздрическая. Я там кого-то вижу. Нет, никого не вижу. Так. Музыка такая в пиццерии стрёмная. Так. Я зашкерился, пацаны. Будем наблюдать за аниматрониками. Димон, это ты дверью хлопаешь? А кто там ломает дверь? Все, я бегу. Кто-то как будто туалет и хлопает. Блин,
нагнетающая обстановка, очень страшно. Никому не советую в этой пиццерии попасть ночью. И когда еще тут миллион аниматроников с разных частей. Так, так, так. Тихонечко идем. И чекаем все. Все. Я в безопасности, у меня нет труб. Ты в туалете, что ли? Он дверь открывает, закрывает, не страшно. Тогда он хлопает ей. Классные звуки издают аниматроники. Ой, слышу опять. Я дверь закрыл, все. Чего мы должны их бояться? Давайте попробуем замочить. Я, короче, беру шестистволку, ребята. Во! Псих пришел наказывать всех. Ага. Опа, щик-щик, ну такой звук. Я люблю этот звук дробовика. Опа. Че, дверь закрыли, что ли? Ладно, дверь давайте. Закрыли его. Ну чё, пошлите мочить, ребята. Банда идет. Ну все, Димон, хана. Хана, хана. Нет, не хана. За 5 секунд убил. А я как челик на месте стоял. Так, 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 ждем. Блин, я его боюсь, он очень страшный. Так, надо его мочкануть по-любому. Ну что, иди сюда, я тебя не боюсь. Угу. Все, убегаем отсюда нафиг. Давай, балди, садись тихонько. Фонарик отключи, палишься. Так, 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 ждем. Сейчас он, короче, выйдет с этой комнаты, сразу начинаем его мочить. Я слышу. Меня напугали. А что я могу сделать? Димон играет. И он всех мочит. Есть, он там? Он там? А, Байл, где ты? Бенди, это ты. Я от страха уже тут кучу доложил. Тишина. А, это ты, Димас. Да я сам боюсь сам себя. Я в зеркало смотрю и боюсь. Я хотел уже стрелять. Эта дверь закрыта? Ее нельзя открыть. Тоже нельзя. О, машинка стоит, давай уедем. Нет, мы должны хоть одного аниматроника попытаться убить. Там получится, не получится, посмотрим. Так, там Балди бегает, нас ищет. Пусть ищет. О, Бонька. Он там? Свет, он горел. Да, горел. Он там. На тебе, блин, я не успел. Хоть одну пульку в живот выстрелил. Блин, этот аниматроник очень страшный. У него глаза от этого еще мигают. Слышите? Как будто кто-то там шипит. Это пиццу жарит что-то? Кто-то. Че, где как? Ах тышки, мартышки. Я испугался. Хорошо, я иду. Я иду, мочи его. Я панику убил случайно. На, в жопу ему пулей! Он тут, это, где аниматроники стоят, бегает. У Лефти уже жопа раненая, мочим его дальше. Ночной режим врубли. Я его не вижу. Где он? Пострелял в него в спину. Мы не видим, что ли, становится, или что? А, вот он! Мочите его! Догоняйте его! Он бежит от нас! Он тут, в туалете! На тебе! Блин, патроны кончились! Он убегает! Догоняйте его! Зассал, что ли? Блин, а где он? Я его потерял. На, дробашом! Крутой дробаш, крутой! Где он? Я его не вижу. Убежал, я его увидел. Он очень быстрый. Очень. Значит, он в другой туалет зашел, ребята, он здесь. Нет. Боится нас. Я помню. А, вот он, сзади. А! Мага по ногам новым. Он так отлетает, вот это у него кровавый понос с жопы. Короче, давайте возьмем пожестче оружие. Я буду топором бить. О!
На тебе топором! Топором? Такой крик страшный. Мочи его! На тебе. Если я убью своих, я не виноват. Ты мне 5 хп оставил. Ничего страшного, не надо лить под встречный огонь. Давайте его домочим, осталось чуть-чуть, ребята. Домочу его, давай. Он уже батарейки сели у него. Извини, мага, я так бывает. Я знаю. А не, у него 57 тысяч, что ли? Мы ему ноги отстрелили, кажись. Батарейка села, да? Хорошо. Я приговариваю эту пиццерию к самоуничтожению. Начинаем. Все, Димон, можно запускать? Начинается экспериментальная ночь. Надеюсь, у нас получится. Ребята, ставьте лайк, что было бы весело и интересно. Я ролик попал в тренды. Поехали. Чик. Чик-чирик. Что-нибудь заработало? Все, ребята, ночь начинается. Кнопки нажаты, порталы выставлены. Надеюсь, все получится. Кстати, видно, прикольно все. Но как будто расстояние, видно все, что в портале делается. Давай посмотрим. А, куда ты? Где ты? О, я сцену вижу. Я вижу сцену. Плохо, неплохо. А мне нравится, Диман. Так, музыка такая очень стрёмная. Все за портали на Димас. Главное, пацаны, не умирать, и порталы попропадают. Да, главное, где вы ходите? Это какая-то комната прикольная получилась. Тот вышел туда. Я смотрю, ты вышел туда, потом раз, ты уже в этом портале. Да как? Да вот так, Диман. О, здрасте. Слушайте, кто-то ходит, походил. О, Димон, я на сцену, давай ко мне. Будем, короче, путешествовать. На какой надо портал? А, на этот. Смотри, Боньки нет, а где он, пацаны? Давайте пойдем смотреть, куда он пошел. Так, давайте, я сюда. О, я мангал вижу. Ребята, мне нравится. Ой, что у него портал? Пацаны, сколько их понаставили? Это портальное путешествие. Это прям классная пиццерия. Вместо камер можно порталы использовать. О, тут заблудишься. По ним шастать-то. Чётенько. Так, никого. Хоп. В кибитке нашей. Чётенько. Вроде всё неплохо. Ну, нормально живем. Живем, не тужим. Я не понимаю, а вот сцена. Нет, это не сцена. Вот сцена. Хоп. Что такое? Вот, а что такое? Куда, как на сцену попасть? О, вот сцена. Это очень смешно выглядит вообще. Когда я хожу по комнатам, да? Зашел, значит, обратно. Вошел. Я так давно держал. Так, давай камеры почекаю. Вот, Димас, иди сюда, вот здесь чику ты увидишь, иди. Давай, Димас, портал выглядывать будем. Ой, я портал вижу на камере. Ребята, смотрите, как круто смотрится. Ну, это ж крутая вещь у нас. Димас, мангал, быстрее в нашу хату. А, чик-чик-чик. Точно. О, Димон, я сейчас сбоку за... А как мне туда теперь выйти? Вот сюда надо. Где я? Мася в жопе. Димон, смотри, где я. Ля-ля-ля-ля-ля. О, смотрю, смогу я за портал забежать? Смотри. Димас. Блин. Твой портал уничтожен. Сейчас я поставлю новый. Я даже лучше сделаю, чем этот. Раз, портал. О, вижу челиков. Ой, ой-ой-ой, тут марионетка. Мы сейчас, только состоем сейчас, во всех сейчас, порталах, сейчас. Поняли? Потому что вы движуха ходите по ним. А что делать еще? Так, я пока вот тут на ведре. А, что? Ого. Ого, тут порталы, блин. О, все, четко вообще. Это куда я сейчас? Это где я был? Это, короче, шкатулка. О, Димас, я обратно так подпрыгиваю, тэпнулся туда, прикинь. Да? Да, подпрыгни туда, ты будешь там. О, чувак, он жопу видно было залез. Прыгай, Димас, давай. Неужели так можно? Можно, прыгай. Я не могу прыгнуть высоко. Так ты сидя, потому что сидя, зачем ты... Зачем ты присед нажимаешь? О! Класс! Димон, я тебя вижу, давай ко мне. О! Зато мы увидим, когда Димон шкатулка откроется. Да, сразу заметил. Чувак, заходи. А, кто? Чего? Блин, это самое веселое прохождение FNAF 2. С порталами, да? Ну. Так, Димон, давай я до шкатулки.
Оп, все нормально, тут все четенько. Ой, вы все зашкалили. А мне нравится. А, кто там? Кто-то у кого-то испугал. Так. Если масс присед, ты не нажимай. Да я не нажимаю, я вот просто прыгаю пробел. Не, ты просто видишь, тебе звездочки мешают эти. Вот говняшки. Знаешь, что надо делать? Вот как прыгаешь сюда, вот. О! Прямо тут вот. Вот так, оп. О! О! Четко, у меня так земля меняется. О, чика стоит. Вот классно видеть, как они прыгают, до портала не могут допрыгнуть, смотри. О, Димон, тут мангл, ну нафиг. Где? О, я в параше вышел. Да че? Че такое? Ой, что-то забагалось у меня, может надо килл прописать? Пропиши. О, все, нормально прошло. Офигеть! Чё? Я вижу там... Там тоже есть порталы. Ага. Опа, Димон, привет. Привет. Пока. О, здорово, Димас, ты тут, что ли? Димас, ты там? Да. Так, я ухожу. Красиво? Да. Ух ты, нет. Лабу! А, я живой. Я тоже. Это просто он... А теперь нет. А теперь... Так надо было мне в портал зайти свой. Я ж могу поставить и зайти в него. Ну, мог. Когда были порталы. Давай. Так, это куда пойдет сейчас портал? Давай проверим. О, портал работает. Димон, я тебя вижу. Я тебя тоже вижу. Я за тебя. А. И думаю, да как ты уже там сзади? О! Моя любимая шкатулка. Классно, чувак, молодец. Молодчик. Че, классно наблюдать, Димас, как там все это. Видите меня вот, допустим? Да. Да. Ты меня физганом трогаешь, алло. Да? Да. Так а что я, как ты меня брал, трогал физганом? Нет, за тебя челик, наверное, трогал. Просто, Дима, знаешь, это непривычно с потолка на пол телепортироваться. Это очень классно смотрится, да? Опа! Со стены, да. Вот скоро, вот. Ребята, шкатулка будет. Мангл стоит. Так, все нормально, все чисто. Ребят, все отлично, если честно. Вот на потолке. Потолок чистый, можно так потолки мыть. Удобно. Руку высунул вот так вот, раз-раз помыл. Да-да-да, и помыл. Балунбой пришел, вонючка, уходи. Мы с тобой больше не дружим. Ставишь, и пыль засасывается, понял сама. Или поверх пыли надо, так. Я прыгаю к вам. Давай. О, нормально. Тут все нормально, ребят, как в настоящем портале. Все по-честному. О, Димас, я за тебя, привет, Димас. За тебя, Димас. Да как, да? Может, он через портал нас фигачит и убегает? Нет, я живой, вот видишь. Заходи, Димас, ко мне, я тут, а. Ты напополам. Тебе видно морду. А уже не видно. О, наполовину вот челик. Че, он застрял? Не знаю, вроде бы да. Че там? Давайте я помогу. Димас, иди. Мам, я не застрял. А, не застрял. Шкатулка не открыл. Опа! Ой, там Golden Freddy был. Давайте камеры поклацаем. Так. Димас, ну, беги. О, Димас, беги, Фредди нападает. Отойдите. Я в камеру. Я этот, к марионетке пришел. Тю, блин, это Angry Panda испугал меня, блин. О, Димон, помнишь, там кнопки есть? Давай я их нажму. Ну давай. А ну-ка, пацаны, давайте смотрите отличия. Нажимаю. Что произойдет? Типа вы должны использовать это отключение автоматического event trigger. Триггер, да? Короче, если вы хотите ручное управление. Не, ручное не надо. Ха-ха-ха-ха. О, балунбой выглядывает, иди отсюда. Так это я нажимаю кнопки, они нападают на вас. А чё так много нападают? Димас. Да? Димас, тут со всех сторон прут. Пацаны, давайте кто-то будет нажимать кнопки, а я буду смотреть. А, дай пройду. Димас, офигеть, это я понажимал? Да, это ты этого челика призвал, смотри. О, ребята, класс. Да нет, это игрок, блин, настоящий, ты обманул меня. Блин, я тоже так думал. Я повелся даже чуть-чуть. Там Чика. Блин, ну классно получается. Ты как нажал на кнопки, сразу Чика пришла. Балунбой вентиляции.
А прям пере... над нами, вот прям над этой кибиточкой, есть оранжевая комната. Ой, я нечаянно этот провалился куда-то. Сейчас Чика откусит это. Полжопы. Ну, да. О, что я слышу? А! Меня маринетка, аниматроник какой-то. Я только хотел зайти в портал, и ты умираешь, портал пропадает. Согласись, западло? Ага. Чика, держи портал. Марионетка, видимо, сожила, она из этой шкатулки вылезла. Я ж теперь обратно не могу прийти. А чё я не вижу, что там? А, точно, ребята! Где ты, деваха? Ой, Димас. Она пошла, она где-то в переулке в этом. Пойдем. Идем ее поищем. Вот она, выходи. Вот она здесь. А, блин, это я ж нажал. Раньше она не была, да, не приходила? Вот, она теперь здесь, Димас. Она здесь выглядывает, бошку свою сует, смотри. Ого, вверх ногами? Это чуваки нажимают кнопки, Димон. А, да, кстати. Кстати, можно будет по РПшить в следующей серии. Чисто кто-то будет один у нас нажимать. Я тоже в портал, Димон, ну нафиг. Да ну нафиг, да что за говно? Я думал, портал... О, я в нашу будку прыгнул и переместился. Блин, я уже не смогу тут этот... Марионетка мне... На тебе! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!